Центр единоборств «Калиста» проводится набор самых маленьких спортсменов в детское игровое дзюдо. Приглашаются дети от 3 до 6 лет. Вся программа обучения построена в игровой форме. Цель занятий – заинтересовать детей спортом, привить интерес к физическим занятиям через различные игровые задания. Занятия в этом возрасте проходят от 45 до 50 минут. На тренировке дети обучаются акробатике, гимнастике, доступным физическим нагрузкам, играм, имитирующим борьбу дзюдо. Тренировки проходят вечером два раза в неделю, вторник и четверг с 18 до 19 часов. Записаться можно круглый год.